Все, ведьмак готов. Сейчас, погоди. Окей. Ну ты все настраиваешь там. Я уже все настроил. Я крутилку просто решил попробовать. То есть попробуй. в плане крутилка гораздо легче. Так, я попробовал крутилку, могу ходить. Сейчас, погоди, я на минутку отлучусь. Все, я вернулась. Замечательно. Я просто очень коварна была. Ой-ой-ой, вы чё, я выйти хотела. Чё, титры смотришь? Я уже игру прошел просто. Что? Уже все, титры пошли, конец, геймой. Как это печально. Ну, можно еще раз пройти. Давай еще разочек, если тебе не трудно. Выберите режим Ведьмак, новое приключение. Ведьмак, захватывающее приключение в мире, где нет бла-бла-бла, новый сюжет Ведьмак. Каждый... Что-то... Человек... Они чем-то отличаются? Нет? Давай Ведьмак. Уровень сложности... Ой, давай начинающих, я не хочу умирать. Серьезно, я боюсь, что слишком слабенький для этой игры. Ты что-то с ума сходишь. Почему? Не знаю, я помню, мне сложно было. Хотя я намереваюсь еще на Dark Souls помериться силами. Так что... Ну, вы знаешь... Ты будешь плакать. Не знаю, я так посмотрел, что-то все очень легко проходят. Ну, в принципе, да, но, короче, на боссах происходит... Да не, боссы лохи. Вот уже 5 лет. Понимаешь, у меня, когда знакомый проходил игру первый раз, он Ведьмака довольно-таки легко... Так. Чума и голод, ага, читаем, читаем. Чума... Он говорит что-то там, вот ты не слышишь ничего, да? Знаем. Уцелевший воин разбитых армий эльфов и гномов скрылись в лесах и готовится к своей последней смертоносной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях былых. В городах и селах люди задают себе один и тот же вопрос, что стало с ведьмаками. Голубые горы к северу, о господи! Хайдвена! Что-то шевелится. Что-то происходит. Гендальф, как его звать? Геральт? Гендальф? Как его звать? Геральт? Я не знаю, как его звать. Геральт. В общем, короче, знакомый, когда я играл в Dark Souls, он нервно... Он, короче, уже джойстик, точнее, геймпад раза 3-4 запулял монитор ноутбука и поцарапался очень сильно. Убивают! Хулиганы Чип? Зрения лишают. Надо вообще почитать предысторию, потому что мне что-то заинтересовалось. Там была Великая война, почему стало ведьмаков типа мало? В труповозке, что ли? Ведьмаки это такие типичные серые стражи из Dragon Age. Где? Лежи. Все в порядке. Лежи. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя ох ты, какой он красивый на морду. Вообще графика зачетная. Шрамик такой, прям аппетитненький. Чего лошади хвоста нет? Купировали. Я ничего не помню. Хвост пропал. Нет, есть. Скоро вон поговорим. Же только что был. Да, мы да, уже да. Почти в Каэр-Мархене. Вот ну... опять исчез, вот исчез. Хвост пропал. Нет, он есть, он просто тоненький, маленький. Веник такой же. Рыбы жира она мало пила, несчастная.
какие горы. Первый не такой сочный, как второй, конечно. Да, конечно, а ты еще с третьим сравни его. Третий-то скоро будет, вроде бы. Я больше Risen 3 жду. Risen! О, да. О, да, поместье ведьмаков. Так, поместье ведьмаков. Так, слушай, спросить хотела. А когда же третий-то ведьмак выйдет? А фиг его знает. В следующем году? Погоди, не в этом разве? Ну, либо это осенью, либо следующее начало. Слушай, так у меня же это чувак, который при мне второй приходил, вернется. Слушай, как классно! Мы дома. Да я ж посмотрю третий в любом случае. Че там? Зомби? Ваше время истекает, ведьмаки. Радуйтесь жизни, пока можно. Ой, какой. Злодей коварный. Да. Аж искры летят, слушай. Кидай бороду этому уже. Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Ух ты! Систем. Всего два дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пируэт, защита, удар. Ой, они... Ай-яй! Ау? Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт, о! Птички! Что-то мне это не нравится. Должен обдумать. Ты все вспомнишь. В Каэр Морхене время не спешит. Ха! Вышло! Неплохо. Отдохни. Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? Ну дайте мне меч уже, дайте убить кого-нибудь. Подожди, историю смотрим. Ждем остальные. Он один! Профессор обещал 50 аренов за каждого выродка. Он мой. Можно я спрошу, он обделанный сразу был? У нас гости. Голливуд. Нельзя было сразу ворота закрыть, никак вообще. Геральт, хватай меч с тренажера. Да, мой меч. Дай мой меч. Дай сюда этот долбанный меч. Где? Курсор, да меч, бла-бла-бла, где? Чок, все по нему левый. Убивать! Все, все, начинись. Вида третьего лица, бла-бла-бла-бла-бла, проворачивайте камешу, как камешу, камешу с помощью мыши нажмите, удерживая шифт, чтобы исполнить нужную новую мышь. Ага, понятно. Один с один. Как успехи с управлением? Надо привыкать. Ох, мы его забили просто, ребята, вообще от ас. Пятером на одного несчастного. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Кто-нибудь знает, хорошо, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каэр Морхен. Это мы и так знаем, Меригольд. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Чудесную магию. Ламберт. Хватит. Сиськи. Нужно проверить все проходы. Идем вверх. Ну там же они реально сиськи. Где? 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 Тут что ли? Нет, беги за бабой. Какой за баб? Рыжей бабой. За рыжей бабой, за три. Тут из них есть баба?
какая? Они все похожи на то лицо. Ты дурак, ты что ли? Вон рыжая баба, Трис. Обгоняй, разворачивайся потом. Я первый буду, да. Игра на паузе. Не надо. Если нажать на пробел, пауза включится. На общество. А как же прыжок? Что происходит? Нету прыжка. Пробуют пробить ворота. Без тарана они могут. Сломали. Черт. Оба. А это что? Химера. Оба. Трудная тварь. Химера. Саволла, знаю его. Безумно тщеславный и аморальный маг. Дайте убить химеру. Они подходят. Готовьтесь. И голос как пенсионера старого. Ну а ты что хотел? Их больше. Они уже... Тихи, вот. Тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Я чувствую магию. Среди них есть чародей. Профессор, ты знаешь путь, веди. Тип, чё это? Типа нету выхода. Профессор разыскивает следы. Ой, глаз попало, ничего не вижу. Каэдвей, ах ты ж! Настоящий ублюдок. Я не слышала о таком чародее. Мерригольд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволлу. Остальное работа ведьмаков. Я попробую. Они приближаются. Химера – одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе. Именно. Эскель, Ламберт, остановите химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор. Сейчас побегаешь. Когда мы окажемся там. Трис, сможешь остановить Саволлу и его зеленого любимца? А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Да меньше трёпа, я что-нибудь придумаю. Давайте. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральт, иди вдоль стены и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Один? Они просто бандиты. Пускай один из них известен, но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, волк. Волчонок. Мы не сможем сдерживать их бесконечно. Открой ворота. Давайте убивайте их. Вот это. Работаю. Вы можете использовать серии бла-бла-бла-бла. Ладно. Not bad. Ух. Геральт, ты двигаешься тоже как пенсионер, знаешь. Он настороженная обезьяна. Про магию тебе еще ничего не рассказывали. Сейчас сзади бьют. Ольна. Дерется как сумасшедший. Мечом размахивает. Килл! У тебя ножик в крови. Ножик в крови? Ну вот посмотри, на что у тебя вот эта штука похожа. Там видишь, кровь от него даже летает. Хочу шашлык. Да, тоже будет против. Используйте быстрый стиль. Переключаться кнопочкой Ч. Быстрый стиль. Что значит быстрый стиль? Надо еще быстрее мечом махать. Он сейчас упадет. Он хорошо сосает.
Ты попробуй попинать, может получится. Он не хочет драться вне врага. Используйте силовой стиль, давай силовой. Кнопочка Я. Ты пожалеешь о том, что родился. Сильные удары. А голубей можно убить? Голубей, голубей, голубей! Ты знаешь, что мы забыли? Что, пробел? Мы ядришки на кота забыли. Да? Да. Так, зови. Ядришки на кота. Всегда используйте быстро силы. Ай, по спине бьют больно. Больно и топором. Всегда используйте силовой стиль. Для каждого врага еще стиль надо знать. Ты перешел мне дорогу, умрешь. Трудно. Ну, один жирный враг, для него нужно силушку, а другой слабый враг на него быстро. На лучники лучше. Бежать на лучников. Заставка. Че? Не хочет наш зеленокожий друг? Оу. Ща руки. Ведьмак нет, они да. Лохи! Интересно, а что там внизу такое, что там такая дырка красивая? Здесь не пройти! За мной, назад к Саволе! Саволе! Ты умрешь быстро. Чё-то медленно. И ты тоже. Сюда, сюда. О, это бандит. Not bad. Убью как собаку, ну... Артём, у нас небольшой ЧПМ. Что случилось? У меня трансляция зависла. Сейчас. Секундочку, я только расправлюсь с этим. Всё, хватит. Вот так. Ша прогрузится. Поехали. Что тут интересное, вкусное есть? Колокольчики. Вот крепость. Заперта. Слушай, тебе где-то нужно было найти колокола. Я знаю. Я просто, ну, знаешь, я такой больной человек, мне надо исследовать. Все надо посмотреть. Каждый угол. Каждый дюйм надо обследовать. Беги, Геральт, во что ты уперся в текстурку? О, он меч украл. А ты туда бежишь? Ну, на врагов. Там, где есть враг, туда ты наш, наверное. Ой, все время забываешь, что пробел это. Тебя обходят сзади. Я вижу. Ай-яй-яй-яй, окружают. Встань к стенке, дерись. Тебя окружили. Ты встал не у той стенки. Сдохни, ублюдок! Я его задавлю. Щелкайте левую кнопку мыши по лебедке. Окей. Где лебедка? Лебедка. Это не колокольчики, это ворота. Мать для ворота. Отступаем, братья.
такая тварь химера. Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Вы могли бы рассказать о лестнице? Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. Мы не каменщики. Все в порядке. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое, у нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо узнать, что им нужно. Так вот, сразу. Классно. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать... Знаешь, а повадки у него... Права, как всегда. Такие, знаешь, такие голубенькие. Ты уже имел дело с магами. Выяснишь, вот у которого он... шрамик на лице. Вон там видишь, как он изгибал? Ну, она пальчиком там что-то делает. Никто особо не будет шаловливый. Жалеть, если пара голов. Ты справишься, волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь. Узнаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. А это был похож на Сильвера. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас. Ласточку прибереги. На случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Значит, ласточка — надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взбредет в голову. Мне нравится. Трис, малышка. Какие у нее немаленькие. Ух ты, тебе что-то выдали. Тебе сказали выпить гром. Гром что? Короче, повышает урон. Выпьем. Выпьем. Хлебнул зелье и в бой. За твое здоровье, друг мой, и понеслась. О, только дайте дорогу. Дорогу дайте. Дайте-то. Пенсионеру дайте дорогу. Ты зачем толкаешься? Зачем я ласточку убрал? Мне сказали сразу ее выпить. Привет. Готов, Геральт? Да не. Да. Это твой первый бой. Нет, но я впервые убил человека. Держись рядом. Все, вперед. В крепость! Ура! Знаешь, живем в какой-то лачуге. Что тебе не нравится? Какой-то замок разрушенный. Неужели ведьмаки... По-моему, слушай, пятизвездочный отель им нужен. Слушай, а зачем им? Ну вот так неплохо. Они так практически не живут, они по заданиям же. Лютики! Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Банда лютика. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Лютик, ты что вообще? Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Нормально. Бежим. 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 За дважды нажмите на клавишу, чтобы уклониться от врагов. Окей. Ты пожалеешь о том, где когда родился. Да, поёбка тут, конечно. А что не так? Ну вот, ты щелкнул мышей на врага, и когда она засветилась, сейчас тогда еще раз надо щелкнуть. Я не знаю, как во второй части, но первое это не очень удобно. Клик, потом ждешь, пока пройдет анимация, потом опять клик. Так далее. Ну, наверное, да, зато это фильмец. Кино. Ты знаешь, что произошло? Опять? Где? Да нет, не может быть. Что у тебя зависло? У меня зависла спина Геральда. Во-первых, у меня немножко проблемы с интернетом, видимо, поэтому мне кажется, у него
поверх голого торса была натянута какая-то такая штука крестообразная. Ай-яй-яй, Стиви, ай, карлики нападают! Мне карлики напали. Ты где карликов нашел? Это разве не карлики? Не знаю, я еще не вижу, но теперь вижу. А теперь не вижу, оно зависло, господи. Вот этот стиль мне нравится. Маши в любые стороны, сразу кончим, Лёр. Мне скайп объявил тут войну. Сволота. Да вообще. Ты куда дел трансляцию? Может, надо было мне тебе звонить? Не знаю. В принципе, конфа на мне висит, но вообще я закрою тут всякую шняшку. У меня... Типа контакта, да? Да, типа контакт, чтобы не мешался. Но, в принципе, пересозвон было бы классно. Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. А сейчас-то идет, нет? Ну, идет, идет, я вижу все. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Ха-ха-ха. Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка? Теперь зависло. Итак, я предлагаю, чтобы ты мне перезвонил. Личность. На ТБ они его считали так, покойником. Известный ролик. Убийца. Лео назад. Лео назад. Так, давай же, профессор. Пока что ты там смотришь, я перезапущу скайп. Сейчас, когда давай. Я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. За работу. Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши ведьмаки нас не побеспокоят. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком, Арт! Я сам не могу. Поломал пальцы на мучении.